Всем привет, меня зовут Бастиан, и в этом видеоуроке я научу вас небольшой джазовой гармонии, которая послужит отличным интро. Для начала послушаем, как это звучит. После этого вы можете начать играть какую-то свою песню, да, например. Итак, разберем по порядку. Первый аккорд до мажор с шестой. Ноты следующие. До, ми, соль, ля. Второй аккорд си септ. Ноты. Си, ре диез, фа диез, ля. Следующий, третий аккорд. Си бемоль септ. Си бемоль, ре, фа, соль диез. Еще раз. Си бемоль, ре, фа, соль диез. Следующий аккорд. Ля, ля септ. Ля, до диез. Ми, соль. Следующий аккорд ре минор септ. Ноты. Ре, фа, ля, до. И предпоследний аккорд соль септ. Соль, ля, ре, фа. И завершить все можно первым аккордом до мажор шестой. До, ми, соль, ля. И вы получаете. Я уверен, что вы быстро научитесь данному приему, и если вам понравилось видео обучение, нажмите кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, какие видео обучения вы хотели бы видеть. Всем пока!